Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на станции Шимакитадзава. Это здесь такая небольшая станция. Она все в постройке, там вот до сих пор что-то строится. Куча кранов там всяких. Вот, но мы туда дальше не пойдем, что там нам на стройку смотреть. В принципе, я немного покажу. Вот здесь у них есть небольшие магазинчики. Люди это самое продают сейчас. Отдыхают. Сегодня день весеннего равноденствия, 20 марта. Вот, значит, люди немного отдыхают, покупают разные сладости. Также здесь разный шопинг туда-сюда. Вот. И, значит, в принципе, как бы тратят денежки свои. Ну, вкусненькие там сладости тут в достатке, в принципе, можно купить что угодно. Вот, даже вот пиццу или еще что-то там. Пиво там, кто хочет, вот, пожалуйста, 280 йен. Вот, я немного решил показать вот это место. В принципе, я здесь бываю не часто, а точнее, скажем так, только проездом, пересадка делаю. Вот здесь вот люди к открытию готовятся, ремонтируют. То есть все, 5-10. Значит, ну, сейчас едем, точнее, идем в небольшой магазинчик, типа мола. Там недорогая одежда. Вот, если вы будете в Японии, в принципе, и вы хотите там купить недорогую одежду, вот можете прийти либо сюда. Здесь уже тоже всякие сейлы и тому подобное идет. Вот, для девушек. Ну, это вот есть БУ, есть новые, как бы в зависимости от этого. Цены, в принципе, по 1000, по 2000 за штуку. Вот, 2,5, вот такие кофты разные всякие. Вот, а также есть магазин новой одежды, чуть дальше туда вот пройти, Шимамура, как-то там, Fashion Center называется. В общем, мы сейчас туда тоже зайдем. Вот очки здесь продают. Называется Сирсус, как-то так. О. Или Циркус, фиг знает, может быть. Неважно, в общем. Вот мы идем. Здесь такая улочка небольшая. Магазинчики, жилые дома, в принципе. Достаточно уютненько. Сегодня хорошая погода. Примерно 20 градусов тепла. Сейчас вот, в принципе, на улице здесь много всяких людей вышло. Вот тоже 20% скидка. Также. А, 20% скидка тем, у кого карточка есть. Да. Что здесь? Здесь тоже очки продают. Зов. Какой-то зов. Ну, как видите, огромный просто магазин этих выбора очков. Оправ разных. АБСМАР. Здесь разные кеды, кроссовки, кеды. В основном спортивную одежку продают. Весенние распродажи. Ну-ка, что почем? Блин, дорогие кроссовки. Ну, это может оригинал, может не оригинал, но по 6, по 7 тысяч кроссовки это. Если это не оригинал, то это дорого. Так скажу. Так, это что у нас? Тут тоже одежда какая-то продается. Дилан какой-то вот, пожалуйста. Тоже хреново туча одежды. Народ там толпится. Вот так выглядит магазинчик. Я думаю, неплохой, в принципе. Хотя цены не вывешивают. Может быть и дорогой. Это такой casual стиль. Вот. Магазин стиля такого свободного, такого, скажем так. Вот всякие тут корейцы ходят. Кого тут только нет. Там рок-н-ролл какой-то играет. В общем, интересно. Тоже магазин очков с гитарами, со всеми делами. Такая вот стильные очечки. Ну-ка глянем, что там. О, так это выглядит. Неплохо тоже, в принципе. Там вот гитара стоит, комбик. Типа для гитаристов. Очки для гитаристов. Интересно. Флипперс. Это что такое? Непонятно. А, это всякие такие вкусняшки, панкейк пай.
Да, много народу там обычно ждет. Ну, вот здесь всякие сувенирчики ставят, что ли, чей-то. А, нет, это в магазине одежды, просто как декорации такие сделали. Здесь выход с другой стороны, у них два выхода. Хардов, вот. Магазин всяких там компьютерных запчастей, был компьютеров и тому подобное. Офф-хаус, там вот написано, выключи дом. Ну, тут разные тоже бывают и девайсы, всякие игровые приставки, телевизоры, мини-компьютеры и так далее, ноутбуки. Так вот, в принципе. Всякие здесь кафешечки, интересно. О, очень приятно с вами познакомиться. Look at that. Russian. По-русски даже написали. А что это такое? Shimakita Garage Department 2004. А, это, видимо, магазин. Че, неужели здесь много так русских, что и по-русски написали название? Я впервые вижу, чтобы вывеска была, скажем так, на русском языке. Приглашали. И вот там вот такая вот есть. Garage Department Shimakita. Типа магазин в гараже называется. Прикольно. Че, погнали дальше. Вон сама станция находится. Здесь, значит, недалеко всякие фреш-баргеры и тому подобное. Кто хочет поесть, может покушать, в принципе. Вот. Но мы поели, поэтому как бы нам туда не надо. Также вот всякие магазины нижней одежды, пижамы всякие там продаются. Всякие пэт-батэу. Батэау, maybe. Короче, какой-то непонятный это. Флёрс. Для кошек, что ли, для собак. Магазин, походу. Для домашних животных. Ну да, вот там маленькие все такие, все размеры мелкие. И вот такой же. А, Petit. Что-то я неправильно пропищал. Petit Patel. Значит, маленький кто-то там. Это по-французски, наверное. Надо читать. Так, ну вот здесь... Опять же, гаражные магазины, распродажи всякие, вот, как типа ресайкл-шопы они называются в Японии. Здесь продается все в подряд, старое, новое, чуть-чуть БУ потрепанное. Чувак скупает, потом продает, у него вот такой вот контейнер там, все как бы открыто закрывает на ночь и все. Ну вот, интересно, в принципе, много всяких старых вещей можно, вон, телефон даже вот такой вот есть, Мафон двухкассетник, Sony. Гитара. Короче, продают все, что есть. Ну вот, в принципе, и все. В общем, такая вот улочка небольшая. То есть вот она туда вот продлится. То есть, ну, мы сейчас пройдемся, прогуляемся. Если еще будет что интересное, обязательно включу. Ну а пока до связи.